Еще комментарий, ну. Жалко, что при счете 2-0 не смогли завершить матч победой, к сожалению. Вот. Выпустили, ну, замену, что травмы не давали простор для действий. Пришлось изменить 3 замены вынужденных. Сделать плюс Кореев в конце уже был травмирован, доигрывал. Ну, думаю, что если были бы замены, это было бы по-другому, возможно, что-нибудь. Вот, ну а так, думаю, мне понравился матч всем. Ваши вопросы, просьба представляться. Да, пожалуйста. Дмитрий Зеленов, «Спорт-экспресс». Скажите, а Ари тоже вынужденная замена? Да, просил замену. Пожалуйста, вопросы еще. Да, пожалуйста. В микрофон. После матча вы дважды подходили к Карасеву. Если не секрет, какие претензии к нему? Вопрос был не претензия, вопрос был один. В первом тайме Игнашевич показывает карточку. Мы разыгрываем, он останавливает матч. Здесь на бегу. На бегу, на лету выхватывает карточку, хватает, они быстро разыгрывают. Продолжают, чтобы за них, чтобы они быстрее атаковали. Вопрос такой, Карасев был, естественно, ничего не ответил. Пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста. Вот с другой стороны микрофон. ТВ-центр, Никита Жеребцов. Диканю и Кариоке будут какие-то наказания за неспортивное поведение, за красную и желтую карточку? Ну, если я скажу будет, вы успокойтесь, будете довольны. Их оштрафуем на 800 тысяч долларов. Вы-то, вам-то это понравится, скажете, здорово, классно, великолепно. Вот клуб здорово наказал. Вам что от этого? Наша проблема. Да, пожалуйста, еще. Представьте. Илья Кузнецов, РИА Новости. Валерий Георгиевич, перед матчем был очень красочный перформанс от болельщиков. Скажите, такие вещи, по-вашему, могут вдохновить футболистов? Помогают ли они? Конечно, помогает, помогает. И присутствие стольких болельщиков, понятно, что и с перформансом, и с той поддержкой, которая есть. И матч, я думаю, для всех интереснее. И для футболистов, и для болельщиков. И смотрятся они веселее, естественно.